нас следующий поединок весовой категории до 76,2 килограмма, в которой встречаются Сергей Белошапкин, Россия, и Артем Редько, Union Box Promotion, Boxing Promotion, Украина. Это также рейтинговый поединок, восьмираундовый поединок. Ну, хочу сказать, что Сергей Белошапка на ринге уже провел 17 боев. 10 из них закончил Ведуянова нокаутом. 7 поединков проиграл. Боксер левша. Он Санкт-Петербурга, с России. 187 рост. Боксер довольно высокий. Вот. Мы его уже видели как-то на соревнованиях. Я думаю, будет бой интересный с Артемом Редько. Вот мы видим, сейчас в ринг выходит российский боксер Сергей Белошапкин. Красный угол. И вот сейчас в синий угол ринга приглашается Артем Редько. Он родился в городе Краматорск. Ему 30 лет. На профессиональном ринге провел 23 поединка. В 20 одержал победы, 11 из которых завершил нокаутом. Также он в своем активе имеет 2 поражения и 1 ничью. Вот мы видим, он. Мы видим здесь у Артема рост 183 сантиметра, на 4 сантиметра немножко ниже российского боксера. Но я думаю, это не повлияет на ход поединка. Знаю этого парня, знаю его характер, желание. Посмотрим на наш поединок. Секундирует Артема в этом поединке Игорь Гапон, а также его одноклубник и товарищ Станислав Мердал. Видите, в росте немножко уступает Артем, но физическо покрепче. Смотрится крепче, да, атлетически. Последнее наставление рефери. Бокс! Россиянин левша. Ну, я знаю, что они на тренировке готовились против левши. Знали, против кого готовятся. Я думаю, что здесь уже тактические варианты уже прорабатывались. Я думаю, что Артем должен уже более решать свои задачи против левши конкретно уже. Но пока идет разведка с боем, присматривается. Да, 76 килограмм, такой серьезный вес, да. Где боксеры и двигаются быстро, и бьют сильно уже. Они идут на обострение боксера. Российский боксер передвигается. Ну, Артему нужно обрезать углы. Я так думаю, да, Максим? Вокруг ринга как бы. Да, боксер, я думаю, он ищет свое. Артем тоже опытный боксер уже. У него более 30 поединков. Ой, 23 поединка. 23 поединка. Я думаю, это уже довольно-таки существенный послужной список боксера-профессионала. Так что. Здесь тактически нужно решать варианты. Смотрим, что боксер кружит. Российский боксер влево, вправо, вправо, влево. Как бы так.
Да, на месте только не стоять. Зажимать его, поджимать его. Канаты, да, не вот давать, это пространство, да, для действий не давать, и все. Ну, пока разведка. Даже зрители смотрят так немножко с улыбкой, как вроде бы мухачи боксируют. На самом деле, конечно, вес серьезный. Ну, я думаю, это тоже тактические какие-то свои уловки профессиональные, так бы, как бы первый раунд, начальные раунды, может быть. Да, я думаю, Артем тем более присматривается. Потому что Артем такой жесткий парень. Жестко бьет как с правой, так и с левой руки. Наступил на ногу Артема. Получается, боксер упал. Боксеры, так как бы сказать, не показали свои лучшие качества. Как бы разведка затянулась в первом раунде надолго, на целый раунд. Ему 30 лет. Родился и живет в Санкт-Петербурге. Общий стаж занятий боксом 10 лет. Сейчас вы слышите, представляют российского боксера. Спокойно выглядит. Правый сбоку. Через ногу, да, через ногу перецепился. Ну, чувствуется напряжение, большое напряжение чувствуется. Я думаю, более боксеры перейдут более к активным действиям во втором раунде. Хороший удар в корпус. Левше под переднюю руку как раз по живот. Тоже действия начали более конкретные. Вот опять постоянно по животу, видите, как Артем. Нашему боксеру нужно больше работать поплотнее. Ну, да, и... боксер, российский боксер более, как бы сказать, техничный, он длиннорукий, высокого роста, и мы видим, что он все время передвигается. И долго подстраивается и ходит, да, за ним по кругу. Чуть-чуть вот, поджимать. Начало раунда было хорошее. Один удар выше, второго, да, сейчас встречный удар в голову. Как бы здесь нужно развивать, а он обратно развивает. Ну, тем более чувствуется, что Артем мощнее. Мощнее. Мощнее, да, сильнее. И он как бы уходит на дистанцию сам. Поджимает, поджимает. Действие делает, потом разрывает. И остановился. Здесь наоборот нужно как бы развить ему еще дальнейший, ну, да, успех. На месте топтаться смысла нет, правильно? Здесь нужно, да, развивать свой успех. С ударами и вперед идти. Как бы идет на поводу, я думаю, что все-таки это на поводу у противника не надо идти. Вот здесь хороший четкий удар. Ну, вот средняя дистанция, ближняя дистанция, это его дистанция, где он доминирует. Долго подстраивается. Это связано, конечно, с хорошим, так сказать. Видите, дистанции, как российский боксер пробивает. Да, нужно побольше ударов сыпать, не давать ему вальяжно так передвигаться. Ну, передвигается спокойно. Чуть активизироваться нужно.
немножко, мне кажется, пережидает Артем, пережидает чуть-чуть. Вот здесь нужно и работать, не отпускать его. Подламывать нужно. Да, да, не, да, нужно, да, ну, не нужно с ним боксировать. Нет Артему смысла с ним боксировать. Чуть-чуть подламывать надо. Боксировать. Это неплохой техничный боксер. Россиянин. Да, он старается выйти. Дурить начинает. Да, старается выйти на дальнюю дистанцию, обдурить Артема. Да, со своей из дальней дистанции пытается провести бой. Вот видите, как работает тренер и катман по совместительству в углу Игорь Гапон, как он сглаживает все эти гематомы. Но более, я смотрю, тренер сказал, более стали активные сейчас чуть-чуть действия. Я думаю, сейчас пойдут в третьем раунде. Немножко держит российский, очевидно. Не дает сближаться. Вот, боковой вот, хороший, боковой. И боковым можно завершать, передним боковым. Но ноги широко остаются чуть-чуть. И обратно на поводу российского боксера идет. Я думаю, для таких активных действий не предпринимает российский боксер, но тем не менее это как бы его манера ведения боя. Дальняя дистанция. Не дает сближаться. Да, да, и здесь нужно. Даже да. Вот здесь нужно просто обтыкивает за дальней дистанции. А Артему надо сближаться и. Вот, и повторять свою атаку. Пробил и повтори же тут сразу. И не два удара, а четыре минимум, да. Чтобы да, хотя бы одним ударом догнать. Вот он. А мы видим, как он идет на поводу. Так, 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 дает. Подсказывает. Первый номер. Боксер стоит на месте. Много действий, но они на месте. Их бы вперед. Продвижение вперед, через уклон, вот и несколько ударов. Немножко повеселил публику, ну, российский боксер. Вроде и сам не работает, но в то же время не дает работать и Артему. Да, не дает работать. Двигается и все. Сближаться нужно, сокращать вот эту дистанцию. Издалека ничего не получается, только сокращать дистанцию. Вот, вот тебе, пожалуйста. Вот пошел, да, на поводу. Да. Пропустил удар. Пропустил, да. Иногда. Как говорится, усыпил бдительность нашего боксера, усыпил Артем. Передвижениями, передвижениями. Наш боксер немножко как бы пошел на поводу. Вот. Можно переходить к более решительным действиям. Нужно делать свое. Абсолютно верно, абсолютно верно. Нужно навязывать свою тактику ведения бокса. Вот смотрите, показал влево, показал вправо, потом четкий удар снизу навстречу. Вот. Еще в движении. Движение. Вот, обманул боксера, да, просто обманул боксера. Я думаю, сейчас дадут наставление наши тренера. Да, нужно менять. Менять что-то.
вернее, не что-то, наработать первым номером, не давать ему не бравировать, не с дальней дистанции расстреливать. О чем мы и говорили. Спокойно вести себя в ринге. В которых движениях он просто обманул Артема одним точным ударом. Нужно самому работать. Безударно, безударно, удары нужно бить, выбрасывать 3-4 удара. Вот, ну еще, вот. Вот здесь нужно работать, вот. Тем более он разбросан и руки возле головы не держит, обязательно попадет. Конечно. Артем пособранней, где-то поджал канатом в угол. Все, и на месте здесь нужно. Ну, просто передвигается, двигается. Обратно остановился, остановился Артем. Что обратно идет на поводу все-таки. Вот этими движениями, финтами. Возможно, ну, то, что боксер левша, создает какие-то неудобства, конечно, для Артема. Не может он подстроиться. А усыпляет бдительность. Да, передвижениями, да, передвижениями. И в то же время остро контратакует потом. По кругу ходит, обрезать нужно. Как бы, можно сказать, рисунок боя не меняется с первого раунда. Еще один удар ничего не решит. Он прицепится даже к нему. Вот, несколько ударов. Прицепится даже. Повторять, нужно повторять, повторять, набирать очки. Вот здесь больше. Тут же повтор нужен. Ну да, поработать нужно. Не входить за ним. Ну, скажи, что Артем молодец в этом раунде. Проявил себя. Как только останавливается, сразу пропускает эти удары. Как только работает. Я бы сказал, даже в этом раунде Артем немножко выиграл. И всего лишь больше действий начал делать, и они начали приносить результат. Взвинтить темп нужно. Я думаю, россиянин не выдержит. Он с дистанции передвигается, с дистанции наносит. Плотность боя невысокая. Может, темп просто не выдержит. Но надо поджать его. И мы видим, когда моменты средняя ближняя дистанция у Артема. Артем доминирует. Да. Доминирует. Но нужно развивать. Но для начала нужно выйти на свою дистанцию. Россиянин, видите, сближаться не дает. Правый живот длинный, правый боковой. Пошел пятый раунд, я думаю, сейчас нужно более активизироваться все-таки, больше убедительно выигрывать. Да, уже больше половина поединка
позади. И разведка уже знает друг друга. Уже нужно активизироваться. И как раз во второй половине боя активизировать свои действия. Ну, стоит на месте. Ну, и стоит на месте, конечно. Обратно стал на месте, стоит. И продолжение тоже должно быть. Развитие. С дистанции хватает удара. Больше активизироваться. Вот хороший. Вот это нужно будет еще проводить. Больше нужно идти, можно сказать, в обмен ударов. И вот еще. Отлично. Все. Вот и все. Вот нужно, чего мы ждали. Вот молодец, проявил себя. Только поджал его канатом, провел 4-5 ударов, 2-3 из которых достигли цели, и отправил соперника в нокдаун сразу. Сейчас нужно развивать свой успех. Да, нужно сейчас, нужно, как говорится, тем более, я думаю, состояние у российского боксера. Да, дорабатывать не отпускать. Все, молодец. Вот это работа. Вот это работа, которую мы, собственно, ждали от Артема. Наконец-то дождались. Вот это. Размен ударов здесь. Вот здесь удары. Да, упал он от удара. Да, пропустил хороший боковой удар. Хотя рефери не отчитал ему, но упал он от удара. Да. Тут нужно вот здесь работать. Все, нужно заканчивать. Не давать бросать. Выстоял. Выстоял, да. Ну, мужество. Воля вот здесь в этом раунде проявляется. Молодец, Артем. Да, долго он ждал. Молодец. Раз, два, три. Все, там вот первый нокдаун. Да. Тут, конечно, судья чуть-чуть запоздал. Да, мы видим немножко судья чуть-чуть. Ну, Артем просто не услышал команды. Значит, судья чуть-чуть опоздал. Вот это второй нокдаун. Да, эмоциональный Артем, но здесь нужно более точнее. Ну да, более долго быстрее. Он терпел, долго ждал, да. Ждал, долго пристраивался. И уже когда достиг успеха. Ну, как мы говорили, средняя ближняя дистанция, это его, как говорится, конек, где он не проявил себя. Тем более бьет мощно. Мощно, да. Все корпусом делает, все, ну надо с продвижением вперед на месте топчется. Вперед и нужно, как говорится, брать быка за рога. Здесь как вот, бы попадает. Не один, не два удара, а 3-4. Уже все. Я думаю, россиянину сейчас очень тяжело после трех нокдаунов. Но давать ему отдыхать ни в коем случае нельзя. Давать нужно сейчас очень большое, создавать ему большое напряжение. Еще Артем. Ну продолжать, развивать нужно. Одного удара мало. Да, 3-4 удара и повтор, 3-4 удара. Вот и опять принял бой россиянин. Да, пошел на поводу, опять. Как мы говорим. Обратно не дает преимущества. Хорошо.
Вот, вот, средняя ближняя дистанция здесь. И обратно отходит. Зачем же отходить? Не выцеливаем там, да. Левый там. Вот так. Левые ноги подтягиваешь. Корпусом работаем. Корпус работает. Не принимать эти удары. Вот, вот, вот. И тут же нужно сразу повторять. Еще, поджать. Поджать канатом. Ну, я думаю, так бой разворачивается в хорошую динамическую сторону. После тех четырех раундов, которые мы смотрели, когда они плясали, сейчас более поинтереснее. Боксеры, можно сказать, раскрылись. Долго, ну чего ж так долго подстраивается? Да, пережидает. Пережидать нельзя в боксе. Более сам же чувствует, что когда пережидает, он его просто обтыкивает. Да, сам пропускает лишний удар. Вот, один удар, еще добавить. Это бравада ни к чему, конечно, тем более после. Вот здесь нужно дорабатывать. Артем пропустил, все-таки пропустил, да. Вот. Но я думаю, что застоялся, нужно подсказать, что нужно самому работать. Я думаю, тренера подскажет, думаю, что должен быть... Сам отпустил. Сам отпустил. Чего ждать начал? Вот здесь пропустил боковой, левый, боковой передней руки. Правый сбоку. Да. Конечно, после двух нокдаунов. Нокдауна у Артема и трех нокдаунов у россиянина, я думаю, они проявляют мужество. Да, да, тут вопроса нет. Главное не пережидать, самому, да, начать работать. Просто действия сами напрашиваются уже, вот со стороны, когда смотришь, конечно. Да. Так и хочется сказать, Артем, четыре удара, Артем, вперед, с продвижением, вперед. Артем, возле канатов. Не топчись на месте. Пережидает, вот пережидает, тем самым дает противнику время думать, время для атаки. Да. Тут тренера в углу тоже говорят, не давай первым номером работать. Мы видим, что пережидает наш бог. Вот здесь и дальше развивать нужно, сразу же развивать. Пускай два промаха, три, но четвертый, пятый зацепится, а потом еще пробьет. Достигнет удара цели. Ну не ждать, Артем, не жди. И все и два нокдауна, в которые он попал, ждал. Ждал первый, пропустил удар снизу, и второй удар тоже. Ну вот зацепился и дальше нужно, остановился. Нет развития. Развитие, да, развитие. Стали осторожничать, такое, как бы вернулись своим первым раундом, хотя уже прошли больше, уже седьмой раунд идет. Вот остановился, левая рука опускается. Кажется, больше характера нужно проявить больше. И не отпускать, не отпускать своего. Большое напряжение видно у них. Заканчивается нокдаун. И здесь работать, не отпускать, нет, ну куда. Ну тут же работать. Пусть зрители простят нас вот. За эмоциональность. Мы просто переживаем за Артема Давлена. Вот эта артистичность, конечно, российского боксера очень высокая. Опять по кругу идет. Ну. Вот. Из раздела. Вот еще. Раздела, да.
Я думаю, сейчас последний раунд будет решающим, все-таки раундом. Да, в последнем раунде нужно прибавить, чемпионский расставить уровень. Точки над «и» эти. Что ты его ждешь, чтобы не было вопросов. Вот, блин, абсолютно верно. Потому что поединок очень спорный. Артистизм. Не занимать, да, да, артистизм. Если это 8 фигурам катания, я думаю, там выставили хорошую оценку. Но в боксе оценок не ставят. Отчитывают нокдаун, отчитывают нокаут. Поднимает руку. Не зацикливайся на нокдаун. Не, ну да, вновь забыли. Ты бьешь, что проходит. Ну что ж, пожелаем в последнем раунде ему все-таки удачи, стремления, желания нашему Артему. Бой очень красивый. Напряженный. Напряженный, да. И продолжать работать. Работать дальше. Только поджать. Все, канатом работаем. И не по кругу его гнать, а канатом поджать или в угол. И работать. Вот здесь вот. Вот хороший удар, хороший удар. Вы слышали установку тренера русского боксера в углу, которую дали ему, чтобы не зацикливался на ударе, а как он и действует. Обтыкивал. Вот он на дистанции обыгрывает. Да, обыгрывает. Ну вот, Артему нужно поджать. Артем здесь стоит. Артему нужно больше ударов, просто больше ударов. Именно ударов. И бить, продолжать, развивать свою атаку. Не в двух, в пяти, шести, семи, восьми ударов. Больше ударов. И здесь больше. Еще. И пошел, еще, и работа не отпускает. Одним ударом не решить, не попадает даже. Вот, вот, еще, вот, еще, вот, добавить, вот, 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 полминуты осталось, нужно активизироваться. Напряженный матч. По кругу идет. И пропускает удар снизу. Решиться, вот, решиться, еще, решаться нужно. Решаться, продолжать нужно. Очень равный бой, очень напряженный бой. Но есть судьи, которые дадут оценку этому бою, и мы узнаем сейчас победителя. Продолжение здесь, и все, и вроде бы. Да, и все атаки достигают, все удары достигают цели. Да. Вот. Это первый нокдаун. Первый нокдаун, да. Да, конечно, 5 нокдаунов вот здесь, в одном, да, бою. Отдыхай.
Вот, смотрите. Вот, сильный удар пропустил. И посмотрите, прошел 5 ударов. Хороших 5 ударов, они дошли к цели. Ну, послушаем вердикт судей. Идет подсчет. Боксеры замерли. Зрители поаплодировали. Зрители нам благодарят за проведенный бой. Действительно идет подсчет все-таки очков. Вот, напряженный бой. Показывает нам картинку подсчета очков. Да, на самом деле это все очень серьезно. Вот эти вот даже судейские записки по каждому раунду. Я знаю, Андрей Болясов говорил, что в каком-то поединке, вот видите, ведется подсчет. Да, 76-76. Равный счет. Ничья. В каком-то, судя, предыдущий не дал. В каком-то поединке Андрей Болясов отдал раунд. Сейчас послушаем вердикт, и я вам расскажу. Судьи выставили следующие оценки. Андрей Болясов 75-74. Юрий Кулагин 76-76. Сергей Петров 74-78. Ничья! Вот в этом поединке зафиксирована ничья. Ну, я думаю, это хороший результат. В каком плане? То, что боксеры после трех нокдаунов, двух нокдаунов показали, как бы сказать, такой бокс. Да, хороший бой. Так вот, доскажу свою мысль. В одном из поединков Андрей Болясов, наш рефери, отдал в разрез, на свое мнение, отдал предпочтение в раунде одному из боксеров. А двое судей отдали его оппоненту. И вот Андрей вынужден был объясняться, почему он так сделал, почему он так посчитал. Все это очень серьезно. Весь бой рассматривается по каждым раундам и анализируется. Так что весь бой.